Всем привет! С вами Светлана Никитчук. И мы, как всегда, разбираемся в тонкостях питания, здоровья и снижения веса. Многие, стремясь похудеть, первое, что исключают из рациона, это жиры. С одной стороны, это не самый вкусный компонент пищи, и исключая его, мы не особо за ним скучаем. С другой стороны, вроде бы все логично, 1 грамм жира содержит 9 калорий. И действительно, обезжирив свой рацион, вы сократите свое питание как минимум на 1/4. Вроде бы все верно, да не совсем. Жиры – это второй по важности компонент пищи. Первый, кстати, белок. Жиры имеют достаточно много важных функций, одна из которых, и можно сказать первостепенная, это перенос кислорода в кровь. Наши легкие состоят из альвеол. Это маленькие пузырьки, внутри которых нанесено маслянистое вещество. Благодаря этому веществу кислород проникает сквозь стенку альвеолы и отправляется в кровь. Далее уже кровью разносится по организму. Мало жира, мало кислорода. Вторая важная функция жиров – это защита клеток. Каждая клетка окутана жирной оболочкой, точнее сказать, мембраной. И эта мембрана решает, что пропускать в клетку, а что нет. Также она помогает сохранять постоянную температуру внутри клетки, а также ее заряд. Третья функция жиров – это гормональная. Тоже тестостерон вырабатывается из жиров. Это далеко не весь перечень функций жиров, и, как видите, они важны и нужны. Не стоит бояться жирного. Более того, если ваше питание будет состоять из правильных жиров, а это ненасыщенные жирные кислоты, которые входят в состав оливкового масла, авокадо, орехов, семян, семечек, в таком случае ваша кожа, волосы, ногти и, в принципе, самочувствие гораздо улучшится. Моя точка зрения – вообще ничего из питания, кроме пищевого мусора, не исключать. Я за полноценный сбалансированный рацион, где будут присутствовать и белки, и жиры, и углеводы. В таком случае вы будете чувствовать себя хорошо, энергично, вы сможете снизить вес и удержать его. Итог – кушать жиры и худеть возможно, если вы создадите в своем рационе достаточный дефицит калорий, и он будет состоять из правильных продуктов. Время обезжиренных диет уже давно в прошлом. Снижайте вес грамотно и будьте здоровы. С вами была Светлана Никитчук. Пока.